Наши коллеги из ТРК «Алмазный край» продолжают традиционную рубрику «Человек труда», где рассказывают о людях разных профессий. Герой сегодняшнего сюжета – ветеран алмазодобывающей промышленности, заслуженный работник народного хозяйства, почетный гражданин города Мирного Семен Андреевич Петров. Елизавета Афанасьевна и Семен Андреевич Петровы – ветераны труда. В Мирном живут почти 60 лет, первостроители города. Много говорить о себе не любят, не привыкли. Да и что рассказывать, объясняют они. Просто работали, как все. Главное, люди хорошие были. Допустим, в моей бригаде было 8 ветеранов войны. Вот так. Они были никогда не ударили грудь вот так, что вот так. Воевали туда-сюда. Черно-белые фотографии, как немое кино, о насыщенной жизни Семена Петрова. Здесь он совсем еще мальчишка, тут бункеровщик, а вот уже бригадир и член обкома партии. О добросовестном труде говорят его многочисленные грамоты, благодарственные письма и дипломы. Две медали за трудовую доблесть и орден трудовой славы третьей степени. Это был коллектив коммунистического труда. Первым впереди после Гагарина, Гагаринской топографии города Иркутска. Совсем недавно сведения о Семене Петрове занесли в книгу почета Мирного. Награду вручили на торжественном собрании в день рождения любимого города. Со своей женой Семен Петров познакомился ровно 55 лет назад. Супруга помогала ему и поддерживала на протяжении всей жизни. По словам Елизаветы Афанасьевны, примером для других он был не только на работе, но и дома со своими родными. Он очень хороший муж, очень хороший, очень заботливый, меня оберегает, бережет. Рецепт счастья прост, делятся по секрету супруги Петровы. Нужно просто любить жизнь во всех ее проявлениях, любить себя, свою работу, коллег и близких. И в любой ситуации оставаться самим собой. Августа Степанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».